А и что это было? Ну перфект, кстати, да. I stand out of the crowd. They, when they make me, yeah, they broke the mold. Hopes of a kind of state and refined, totally out of my mind. Arch villains and dead duels had better learn to decorate prison cells. Gringos wear anything if they ask, see? But there's one last thing I gotta sing about. Open up wide and really shout. Oh, look out! This is the И зовут чуваки, с вами снова Карл Джексон, мы опять проходим улицы Street Fighter 4. На этот раз, ну, помните, по предыдущему турниру выиграл Гай. Если по-русски дословно перевести, но это имя нарицательное, то есть его лучше не переводить. Гай переводится как парень. Да. It's survival of the fittest on a global scale! Who among the challengers will make it to the top? От 0 до 4. О! Чтобы не просрать ничего, я тогда возьму, включу Wi-Fi здесь. Что я боюсь, что у меня игра может зависнуть от 0 до 4. Рандомайзер. В смысле, я что не туда нажал, я нажал на авиарежим, надо было на Wi-Fi нажимать. Вот. Фу. И смотрим, что у нас получается. Ставим от 0 до 4, получается, да. Вместе, я сюда нажимал. Второй цвет дополнительный. И это 0 до 12. Девятый цвет. Ну, на всякий случай оставлю, это мало ли. Хотя, что мог произойти? Ничего. Так. Победный клич случайно, провокация нет. Читаем. Новую историю. Какая жалость, что такой прекрасной ночью в нежном свете луны творятся черные дела. Герои этого города исчезают одним за другим, их место занимают торговцы оружием. Бессовестные охотники на невинных жертв. Не больно, когда я думаю, сколько людей погибло в этом городе кошмаров. Сколько тех, о ком никто не вспомнит и никто не станет скучать, чьи истории я пропустил. Конечно, с точки зрения истории наша борьба представляется жалкой и бессмысленной. Японская версия дочитаю. Но не могу стоять в стороне и видеть, как страдает добро и все, что стоит зло. Надо быстрее считать. Очень. В моих силах написать нашу страницу истории уверенной и справедливой рукой. Сила Большой Рю станет моим пером. Первый противник. Хотя она нас может сама. Я! Повеселимся. Конечно. Давно мечтал, что это веселится. Бери.
Ну так надо, только не коленом, а то, что между двумя коленами. Хотя если разработчики ее так и задумывали, трансексуально, то... Да ничего-то вы... Ублюдки. Ну, тоже бесит некоторые персонажи, которых... Ну, прыжок, это, то есть удар... О, это интересно. Ещё, кстати, как ноги. Какую-то косичку ему там... Нифига себе! Это же компошло. Чем она у нас вагиной своей взяла? Зачем? Мать, ты чё? Мать, ты чё? Ну, у него никаких этих хадокинов, хаваюкинов нет, у него только единственный этот вихрь походит на Рю и Кена. Вот этот вот прием. Выступать на ринге? Ниндзю означает незаметность. Ну да, он как... Ниндзя. Елена! Ну, о ней должен, можно сказать, что-то интересное. Понимаете, мы танец? Ну как? Просто её стоны, как будто она хентая звучит. Она не туда пришла, если честно. Да блин! Я такой чилит, что я на самом деле только одними только захватами остановлюсь. Но если я не встречу акулу, у меня есть японская версия. Очень страшно, на самом деле. Ну, когда попробовать Ями, может, получится заспамить. Да-да-да, это не очень интересно, на самом деле. Ай, ладно. Ах ты сучка, теперь она меня захватила, ну? Нифига ты, она где? Ультра хит-комбо тоже приятно делать, но... Вот это... Это случайно вышло, просто тупо заспамил ее слабеньким ударом, ну ладно. Да. Интересный прием, может быть, мне нужно познать искусство танца? Рю, легендарный персонаж, ответ кроется в сердце битвы. Золотые слова, чувак, золотые слова. У них столько... Блин, конечно, сука, он своим хайокином, блядь, даст. Хантокин, блядь. Хача фрукет. Я на мгновение потерял логику, за кого я играю, блин. Да Рю, такой персонаж. Охеренно! Это так... Так неожиданно и приятно! О! Это самый больной прием! Но я попал в пузо. Так на секунду показалось, что я... Его в пах ударил, но нет. Это такой прием запрещенный. Это вам не мог толкома. Хотя есть тут один персонаж, соответственно, который Poison, она может ударить в пах. Ногой. А Джонни Кейдж рукой. И заспамить оп, обычным ударом. Вот и все. Первый перфект, чуваки, а! Мне даже, не, на самом деле, приятнее, что я... От тебя следовало ожидать такого великолепного боя. Видите, почитаемый персонаж. Как-то было приятнее ультра-хит-комбо получить, чем... О! Вот он. А, понятно.
Можно как-то может поиметь его. А и чё это было? Иди нафиг. Моя тачка, иди в жопу. Это так разработчики подставили персонажа. Ян. По-моему, записывается, за которого я играл. Это не то. Начинаем, может быть, играл. Начинаем, да. Да хорош, о, интересно. Я же нажал рандомно, случайно. Сука. Мне хоть и два перфекта, но я хочу больше. В мире нет ни одного боевого искусства, которое могло бы соперничать с Бушенью. Ну это. Диджей, предыдущий персонаж, за которого мы играли, прикольно. Начинаем шоу! Да, чувак. Он всегда улыбается, прям как доктор Ливси, блин, а ты сука! Точно. Это доктор Ливси, если бы он был афроамериканцем. Как я рандомно это сделал? Вот этот ультрахит комбо, он почти такой же, как X-Ray в Mortal Kombat. Потому что так же накапливается, все дела. И съебался в Грецию. Чуваки, если вы ожидали какой-то там эпичной драки, то в турнирах в основном есть движок происходит, движ какой-то хоть. Это эпик. Боюсь, что моя любимая музыка заметно отличается от твоей. Ну да, китайской, японской, там вся фигня. Странные бочки, ну, попробую его затащить. Кстати, у него же... Какой прием у него сейчас тут будет? Сейчас. Попробуем ногами.
Да ладно. Перфект! Аллилуйя! О, интересно. Видимо, это у него стандартные позы, он... Хотя я тоже один раз свалил, так что да. Юн, братец. Этого Янга. Ю-ху! О, класс, обожаю ваши бои. Я знаю фразу. Зачем я это сделал? Просто херачит и все. А у них, смотрите, у них даже одинаковые приемчики. Прикидывают через себя, у них одинаковые приемчики. Чинжан Чучей! Как интересно, они по-японски будут бросать, но... Так, что же не успел ничего сделать, как он уже, сука, не скатал. Ну ты, ты, профессор. Тебе за мной не угнаться. И все. А тебе за... Коди? Или Роуз? Роуз. Все, да, Роуз. Мне нужно торопиться. Это ты? Готовность умереть в бою — это не то же самое, что добровольное вскрытие своего живота. Роуз. Роуз, скажи мне, ты собираешься сегодня умереть? Гай, я... Позволь мне пройти! Это же приемчик, сука! А вот иди назад. Ах ты. Ты чё бы... Если бы он умел в воздухе захват делать, то он бы это сделал. Вот что он у нас в качестве... Звёздочки, птички. Он еще может вот так вот делать, дык-дык-дык-дык-дык-дык, как-то я не смогу так повторить, потому что я так не умею. То есть это новое столько сейчас не было. Шлифа. Перфект. Это более чем достаточно. Не надо недооценивать свою значимость для мира, Роуз. Но сейчас надо не обосраться. Сетом. Смотрим стойку перед сетом. И что ты пытался сделать? Ага. Ну, перфект, кстати, да.
Да пошел ты нахер, козел! Бычара! Сраный телепортатор, блядь. Да-да-да-да-да! Ах ты, сука, проебал! Он сработал, но я его проебал, только получено. Так же обидно, как и проебать Эксирей. Все, жду Акумы. Ты не понимаешь глубины зла, которые несут твои поступки, которые... Глубины, ну да, глубина, которую... Торояна. Акума, выходи поиграть. Мои клыки несут смерть. Поздоровайся со мной. Здравствуйте, как всегда. Товарищ Акума. Пофиг его просто туда избить, и все, не обязательно все эти бросания на нем делать, на нем я просто буду тыкать на все кнопки подряд, надеюсь, что кто-то будет. Тут будет ударить. Бывает такое. Ну это я так отпрыгнул. Нихера себе, он такие захваты делает в прыжке. Охеренно, я сейчас сделал, как в рестлинге каком-то. Я съебусь. Охереть, он уже отпрыгивает от стен. Погиб он. Как он это сделал? Как он это сделал? Как он это сделал? Как он это сделал? А, вот как. Может этот прием так и работает? Типа надо отпрыгнуть от стены и захват сделать. Вот это, один-два раза вот это упражнение делаю. И позвоночник не будет болеть. Херак, позвоночник вот. Отбросить человечность, чтобы получить силу. И чем тут хвастаться? И мультик. Не удивлюсь, что тут будет Коди. Хотя тут, скорее всего, будет Роуз. Да, Роуз. Байзен! У нее с Роуз. Он не спасет, нет? Байзен! Я не позволю тебе починить дверь. Отпусти девушку, отпусти ее, я позволю тебе уйти. Что это было? Не пытайся сопротивляться. Мои клинки ниндзя быстро разделаются с тобой и с твоим самолетом. Какая дерзость. Очнись, не смей поддаваться духу смерти. Не позволю тебе здесь умереть. Нужна миру, Роуз. Для своей защиты он окажется уязвимым. Роуз. Не так озвучил, ну ладно. Все, вот весь мультик. Рю, хороший боец. Да, будем дань уважения тем, с кем мы дрались в сегодняшней серии. Нет, Дадли не было. Этого джентльмена с нами не было. Не, Сагат тоже не было. Извините. Это надо делать за кадром, но... Так. Не, ни Сакура, ни Ебуки, ни... Таких нет, не было с нами. Нет. Не, Бланки, не было Галины, нет. Дэна тоже не было. Не, не. Руфус, Эльфуэрта, нет, не было.
Не, Вейбла не было, не. Фейлонга тоже не было, не-не-не. Хакан. Яхонда. Не было. Джуи. Не было. Нет, не было. Квадратные пальцы какие-то, мне кажется. Шо Балрак, шо Вега. Не было. Не было. Не было. Ну, Байзел он так в мультике был, но так мы с ним не дрались. Нет. Ну, Акума. Он всегда должен быть в каждой серии. Самая недостижимая цель. Точнее, достижимая. Короче, самая важная цель. Не, учитель Гоуки, он тоже его не было. Не было. Деда Гены тоже не было мне. Геннадий Батькович его тоже не было. Си Вайпер. Я бы сказал, она похожа на девчонку из Джеки Чана, но нет. Ну, Сет. Он всегда появляется. Я удивлюсь, если вместо Сета какому там Эвил Рю выскочит, но нет. Сет он всегда у нас встречает. Далсема тоже не было. Чун-Ли тоже не было. И Макото тоже не было. Ну, Роуз, да, была. Ну, всех остальных уже дальше, скорее всего, уже не было. Ни Кэмми. Там облегающим костюмом. Зачем такую сексуальную звезду? Ник Гайла. Гайл и Гай. Звучит одинаково, он пишется по-разному. Товарищ Зангиев! Тоже не было. Кен. Гай должен быть, я его не упустил, он где-то в конце. Кен. Мастерс. Тихоук. Гай должен быть с Коди на одном экране, вроде как, да? Сейчас после них поснём. Нет, диджей. Вот сейчас после диджея сейчас будет. Я просто когда на семёрке записывал, там титры резко обрывались, но сейчас тут просадки FPS нету из-за Камтазии. Эддон, блин, этот Гэндон, нет. Дальше. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну! Вот они, да! Коди и Гай! Да, вот они. И все. После них никого больше нету. Никого больше нету тут, никого. Собственно, мы просмотрели все титры. В какой-то веке. Может быть, когда-то это было, когда, типа... А тут, да, DLC персонажей тут нету, нету. Тут Ди Капри нету тут. А Poison тут тоже по факту нету или есть? Даже Poison нету, да вы гоните. Evil Ryu тут нету, это понятно. DLC персонажи. Ну, в принципе, на этом пока что все. Пока. Всё.